Hey there! Footages for this video were provided by our friends who are searching for World War II artifacts and dead soldiers in the Leningrad region. Find the link to their channel in the description below. Ну вот, ребята. Каба. Два подсока. Два подсока. Смотрите. Патронами. С патронами. Подсумки такие уже. Мертвые. У тебя упала крышка. Да? Угу. Вот. А вот и Митунс. Год Митунс. Что-то не сдвинуть, конечно. Потом помоем. Да, и штыковина. Давайте посмотрим, что у нас. Со штыковиной. Пружины. Вот такая. Да. Накладки. Накладки бакелитные. Бакелитные, хорошо. Там вода внизу, мы потом мы помоем. Вот Митунс. Ох ты. Должен быть красавчиком. Да, ну это. По-моему, я просто хочу сказать, что там, там мне как показалось, что кость лежит. О! Наверное, иностранный турист тут, ребятки. А если ты турист, то может что-то быть еще. Да, вещи, вон, шмотки. Вот. Начнем с малого. Четыре пуговицы пока что. Ну, кости, естественно. И вот, штыковина. Сохран вроде неплохой, немного сверху обломано. Подсумка два. Бомбических. Зацепчик в таком сохране, алюминий. Ну и вот главный красавчик. Год Митунс. Вот, ребята. Покажу пока так, потом лучше. Он будет неплохим. Так, это ру... Что там, что там, что там? Ну да, знак на кармане. Ну так, все, что точнее от знака осталось, но обратите внимание, карман. Покажи поближе, поднеси. Ну, знак ушел. Блин, печаль. Жетона мы не нашли. Ну, тут с учетом того, что состояние цинка просто вообще фарш. Вот обратите внимание, пехотник, он просто ушел. Ну, так вот, то, что осталось на кармане, видите? Вот. Ну, это зацепчик. Митунс, хана ремню, тоже сохран такой. Не очень. Не, алюминий-то более-менее, но кожа фиговая. Вот. Вот год Митунс тут у нас. Вот, подсумки. Ладно. Останки заберем. Народный союз передадим. Вот. Ну и штык. Штык потом вытащим, посмотрим. В общем, вот такие вот получились у него. Летех, походу, да, какой-то был, наверное. Вот. Ну, в общем... Так, ну мы помыли, что моется. Вот какой красавчик показался. Хоть где-то нам повезло. Зацеп от него тоже бодрый такой. Штыковина там снизу, два подсумка. Один немножко подошел тут. Два сапога с шипами, с такими. Вот ремень. Я говорю, давай, Лех, откроем карман, а что там еще есть? И мы такие открываем карман, переворачиваем. А там какой-то еще знак торчит, типа какого-то КВК, но маленького какого-то. Вот, видно его? Угу, хорошо вот. Видно. Но он присох. Оп. О, так это и есть какой-то КВК. Какой-то, может, Франчик как-то он называет. Вот, смотри, с лентой, смотри. С лентой, да. Смотрите, лента была, видите? Вот она сохранилась сюда, вот она, ленточка. Если я сейчас переверну. Вот он у него в кармане, вот так и лежал с лентой, вот она. Остатки ленты. Огонь. Так, ну добили мы яму, где первый ганс у нас попался. У нас их было двое. Вот еще один.
жетончик, но он такой цинковый, хреново видно. Вот, ну что-то там есть буковки. Прикольно, кусок шинели сохранился. Во. Вот, ну останки как бы забираем, Народному союзу передадим. Вот, ну в принципе все на этом. А еще подсумок вывалился, ну такой хреновый. Вот, ну все. Паковский снаряд. Ну-ка помой. Он в налете этого, да? Он в цементе в таком. Да. То, что глина. Ну. Первая находка. Ну, голову потри ему. Здесь? Не, не, я имею в виду по кругу так, ага. Помой от глины. Ну вот так. Поднеси-ка поближе сюда, покажи. Да, такое состояние, крепкий. Ладно. Он его достает. О, такой прикольный. А что с таким носом? Ну, это брони... Или как он, подкалиберный, по-моему. Mm-hmm. О, по-моему. Прикольненький такой. Ага. Еще один. А? Ключ какой-то попался тут верховой. Вот, ну. Попались пацанам такие блинчики интересные в таком тоже камо-перекрасе. Вот. Здесь вот видно 26 июня 41 года. Вот. Да, это вот клеймо. Написано Хагенук 38 тут. Крышка. Ну, стоят не на боевом, на беленьком. Вот такой красивый перекрас. Вторая тоже. Что здесь у нас? Вот. Тут просто 1938. Вот. Вот. Ну, в общем, так что-то было, что-то интересно. Все, так. Ну-ка, смотрим. Смотри. Даже смотри, какая пустота там. Там пустота вообще. Может быть, пимпометром погудить? Держи. Да, да, поэтому не гудит. Ладно, сейчас разбираем, смотрим. Нет.